Казахстанским бизнесменам начали бесплатно выдавать сертификаты о форс-мажорах из-за коронавируса. Таким образом, там решили поддержать предпринимателей, которые по понятным причинам не могут выполнять договорные обязательства. В Национальную палату предпринимателей Атамекен уже поступило свыше 300 заявок от представителей бизнеса. Получить важный документ можно в течение 10 дней. А вот алматинские предприниматели уже ощутили преимущество подобных сертификатов. Я избавляюсь сейчас от, получается, пени за просрочку, избавляюсь от того, что риска, что я могла стать недобросовестным поставщиком. И я уже спокойно жду сейчас товар. На этой неделе, скорее всего, у меня уже будет поставка, и я получу свои деньги, можно сказать, и на этом закроется наш договор благополучно. В городской палате предпринимателей назвали сложившуюся в бизнесе ситуацию обстоятельством непреодолимой силы. Проще говоря, предприниматели не могут выполнить свои обязательства с деловыми партнерами в связи с объявленным карантином. Ну а получить необходимую консультацию можно по номеру горячей линии 1432. Наша палата работает в удаленном режиме, но специалисты данного отдела у нас работают в офисе. Предприниматели могут обращаться как в онлайн-режиме по телефону, но при необходимости есть разные ситуации, когда надо посмотреть документы, когда надо личное обращение предпринимателя, они могут прийти в палату.